Добрый день, Сергей Иванович. Прошу вас прокомментировать ход игры, результаты. Первый тайм был хороший в нашем исполнении. Не буду касаться команды соперников. Движение было хорошее, поддержка во втором тайме. Я думаю, что чуть задохнулись. Это естественный момент. Мы не катались здесь, вот именно под крышей. Поэтому были свои сложности. Что касается «Динамо», если сказать, что они произвели очень хорошее впечатление. Особенно в движении, в катании, в создании моментов, желание огромное. Поэтому, мне кажется, матч получился. Такие матчи надо смотреть. Если бы в таких условиях играли бы все команды, кто достаточно оснащен технически, тактически, то хоккей бы наш приобрел бы другие краски и другой авторитет был бы у нашего вида спорта. Но, я так понимаю, вы сказали несколько добрых слов и о Крылатском в том числе. Не, ну Крылатское вообще там уникально. Дворец и лед. Видно, что кто технично катается, ну, вот, независимо от возраста, он смотрится, он правильно делает шаги, те, которые нужно в коньковой подготовке, не делает лишних движений. Если взять Серегу Шабуру, достаточно уже возраст, казалось бы, да, вот такой, но он очень прилично выглядит, катается быстро, все видит и приносит огромную пользу команде «Динамо». Большое спасибо, Эдуард Николаевич. Енисей хочу поздравить с победой. Тут особо комментировать нечего. Команда более выше классом. У нас, к сожалению, конец сезона вообще не получился. Это наша четвертая игра проигранная. Тут и много, я говорю, опять же, объективных причин. Достаточно мало льда у нас уже в это время было. Тут соревнований очень много проводилось. И, в общем-то, тренировки, все тренировочный процесс был скомкан, по большому счету. Я не хочу, конечно, оправдываться этим, но для молодых ребят это очень важно. Тренировочные процессы, тренировки, к сожалению, где-то нам чего-то чуть-чуть, вот те же реализации не хватает, там, доиграть где-то момент, там. Это все, я считаю, идет из тренировочных процессов. Но в целом, говорю, не могу сказать, что сезон был плохой для команды. И спасибо нашим ветеранам. Ну, еще мы будем играть, конечно, сейчас в Красноярске. Но я так вообще просто под какой-то итог, наверное, подвожу этому нашему сезону. Большое спасибо. Спасибо. Все,